В 1954-м я работал, конечно, главным агрономом, и там первый год начали сеять кукурузу. Николаю Ивановичу за десятилетие работы многое пришлось делать первым. Освоение целины, поля кукурузы, разные технологии возделывания почвы. По его трудовой деятельности можно проследить развитие сельского хозяйства в Оренбуржье. Например, в 1955 году он единственный от региона побывал на всесоюзном совещании в Саратове, которое возглавлял Никита Хрущев. И все за лучший урожай кукурузы. Ничего ж не было, коробочки деревянники были. И вот там клапанок такой был, в эту коробочку насыпаешь кукурузу, там стоечка такая деревянная. И вот лошадь там, брус такой дубовый, и через 70 сантиметров клин там в этом брусе. И вот на подстромках крепкая лошадь, и вот разлиновывала. А потом там 7 человек, у них подвешенный мешочек, насыпан кукурузой и вот с этой вот коробочкой. С 1957 по 84 годы Николай Климов работал в совхозе имени Калинина в Ташлинском районе. За годы его руководства территория стала передовым хозяйством области. Оно несколько раз было участником областной сельскохозяйственной выставки. В 69 году достойно диплома второй степени ВДНХ, в 73-м совхоз был признан победителем во всесоюзном социалистическом соревновании. Сам Николай Иванович награжден орденом Трудового Красного Знамени и 2 орденами «Знак почета». Награждает почетной грамотой Климова Николая Ивановича, директор совхоза имени Калинина Ташлинского района. Юность Николая Климова прошла в тяжелое военное время, однако он считает, что ему очень повезло. На поля сражений он не попал, хотя его готовили к службе. Он закончил Кировское артиллерийское училище. Но жизнь предпочел связать с мирной профессией агронома. Несмотря на почтенный возраст, Николай Климов очень хорошо все помнит. Он до сих пор по имени-отчеству называет тех, с кем работал и учился. Его заслуги тоже не остались незамеченными. Николай Иванович Климов – это гордость, наверное, всей агрономической службы нашей аграрной области. И сегодня думается, что тот корпус агрономический, который пользуется как бы знаниями именно вот того поколения, которое воспитано на верности хлебу, земле. Сейчас Николай Климов живет в Оренбурге. Всегда рад, если в доме собираются родные и близкие – дети, внуки и правнуки. И хотя по его стопам в семье никто не пошел, дело Николая Ивановича живет. Традиции, которые он заложил, хранятся до сих пор. Одна из них – выполнять работу так, чтобы не пришлось переделывать. Ольга Энгель, Семен Воробьев. Новости дня.